Добрый день, коллеги. Мы с вами на нашем поле озимого рапса. Штефан Вода. С нашей последней встречи прошло 2 недели. За это время в регионе стояли дожди, и температуры сильно упали, ночью до 7-9 градусов. Активно идет уборка подсолнечника, поэтому обработку по рапсу пришлось провести без обзора. Итак, 16 сентября на нашем поле была проведена вторая рост-регуляция. В смеси мы применили фунгицид на основе тибуконазола 0,7 литра на гектар, плюс хлормикватхлорид 0,5 литра на гектар, плюс бор 1 литр на гектар, плюс поверхностно-активное вещество 50 мл на 1 гектар. После обработки прошло 7 дней. Состояние посева отличное, хотя норма по росторегуляторам, скорее всего, нужно было чуть приподнять. На листьях проявляется дефицит фосфора, так как из-за низких температур корневая система не усваивает этот элемент. Рапс находится в фазе 9 листьев. Есть, конечно, и по 7, и по 8 листьев. Корневая шейка уже в оптимуме для перезимовки. Точка роста не вытянута, хотя на некоторых растениях есть вытягивание. На тех, которые изначально были более развиты. И то же самое по дуплистости. Здесь мы ее не наблюдаем. Хочу отметить, что гибрид рапса показывает очень хороший старт в осенний период. Впереди еще целый октябрь, возвратное тепло, бабье лето. Будем следить за развитием. Нам надо к зиме 10-12 листьев. Вредителей на посеве нет. Видим отличную работу граминицида и гербицида по широколистным сорнякам. В целом, рапс себя превосходно чувствует, чего и вам желаю. До новых встреч. Всем пока.